Жители поселка Дачинтал во внутренней Монголии вышли на акции протеста против строительства очистных сооружений химических отходов, которые загрязняют регион токсичными выбросами. Китайские власти жестоко подавили демонстрацию. Стражи порядка применили против митингующих резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. В результате один местный житель погиб. Еще 100 человек получили ранения. Около 50 участников акции были арестованы, сообщает базирующийся в Нью-Йорке информационный центр по правам человека в Южной Монголии.